Повертаємося назад до обговорення ситуації Маріуполя, де шалена гуманітарна криза. Зараз проговоримо ситуацію в місті з Енвером Скічішвілі, генеральним директором «Азовсталі». Доброго вечора вам. Сподіваємося, що добрий цей вечір добрий, що ви можете нам повідомити щось добре, принаймні, про місто Маріуполь. Сьогодні, звісно, ситуація крайне тяжела в місті Маріуполі, безусловно. Вызвано это бесконечными и очень жестокими обстрелами мирных жителей города, районов. Квартал Восточный, центр города и окраины, которые выходят в сторону Запорожья, туда в районе Порт-Сити и эпицентров, уже практически нет. Огромное количество зданий уничтожено, и огромное количество зданий пострадало и непригодно для дальнейшей эксплуатации. И обстрелы продолжаются, к сожалению, и по промышленным объектам, и по Азовстали, и по комбинату Ильича на сегодняшний день. Что происходило с 24-го, 25-го и до сегодняшнего дня? Мы научены горьким опытом 2014 года. На комбинате поддерживали в рабочем состоянии, хорошем состоянии бомбоубежище. И с момента начала войны, нападения, мы сразу предупредили наших сотрудников о том, что если снаряды будут попадать в здание и будет создана какая-то угроза их жизни, немедленно передвигайтесь на территорию комбината и будем принимать всех, без исключения, работники комбината, не работники комбината. Для всех это будем принимать всех бомбоубежища. Ну, для примера хочу сказать, что у нас 34 бомбоубежища, которые вмещали 12 006 человек, согласно штатному расписанию, то, что было. Мы заготовили на первое время, у нас было всегда НЗ пайков, более 4 500. Это индивидуальных пайков. И два бомбоубежища, самые большие, в толстолистовом цехе и конвертерном цехе, и в рельсобалке 3, прошу прощения, были оснащены еще и системой очистки воды осмос, которые до сегодняшнего дня работают и позволяют людям там жить. Поэтому мы принимали всех без исключения. У нас на комбинате «Азовсталь» сегодня, по нашим подсчетам, находится более 1000 человек в бомбоубежище. И максимум достигал район примерно с 7 по 14 число до 1500 человек было на территории комбината. Гражданского населения, не только сотрудников, всех без исключения людей. Пане Дверс, будь ласка, про роботу ще підприємств. Ви самі сказали про те, що більшість будівель загалом і цивільних зруйновані, і також підпали під це, на жаль, і стратегічні підприємства. Також стосовно Азовсталі, яка ситуація зараз? І також казали про безпечне відключення або зупинку підприємства, якщо це так. Чи було це зроблено? Який був процес? Так, 24 числа, когда прилетели первые снаряды, мы остановили комбинат, остановили его технически грамотно. И я хочу сказать и отметить, конечно, высокий уровень профессиональной подготовки своих сотрудников. Дело в том, что мы остановили доменные печи, сначала коксовые батареи, залили каждую коксовую печь, залили жидким стеклом, для того, чтобы предотвратить дальнейшее образование коксового газа. Кроме того, поставили их на вентиляцию и планово снизили температуру. Это происходило в течение первых 3-4 суток работы. Параллельно с этим мы остановили доменные печи, тоже очень правильно, мы проплавили всю шахту, забрали максимальное количество жидкого чугуна из печей до уровня ледки, после чего загрузили коксом и еще раз проплавили, и после этого начали снижать плановую температуру. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний день, на тот период времени, когда мы остановили, и до сегодняшнего дня, экологической составляющей там вспышки или выброса коксового газа исключена. Пане Ігоре, це найважливіша справді інформація, як я починав вашу розмову з вами, що хочеться почути хоча б хороші якісь новини, що от екологічно, безпечно зупинена робота Азовсталі. Дякуємо вам, на цьому мусимо ставити крапку. Енвер Цхітішвілі, генеральний директор Азовсталі, був з нами на зв'язку.